Вперед!
дальше скрипка. Ох, неведомо! Спасибо вам большое. Я очень рад вас видеть. Илюша, пусть твой голос станет славой России. Желаю. Спасибо большое. Людмила Николаевна, когда меня взяли в институт Ипполитова Иванова, учила меня нотам, сольфеджио, гармонии, вот это всем делам. Называется «Звени, звени, Золотая Русь», где собирается группа молодых певцов и поэтов. В том числе, в первую очередь, ты, Володя Топоров, Таня Дураева и девочка, которую я сейчас объявлю. Но прежде чем я ее объявлю, я просто хочу сказать, что вышел совершенно новый диск «Травы луговые» вот к этому концерту. И я очень рад, что я примазался к этому диску, потому что здесь есть моя статья об Илюше. Илюш, ты молодец. Но поскольку ты владеешь, ты так хорошо владеешь русским словом, я уже об этом говорил, я тебе подарю сейчас две свои книжки, которые тоже написаны на русском языке.